Всем здорова, господа смотрящие этот ролик. Новый день, новая работа, новая движуха. Сейчас соберу инструментик кое-какой и поедем. А, ну еще посылки на почту завести надо. Что-то так сразу несколько продаж у нас на eBay свершилось. Хоть мы им и не занимаемся, но продалось. Так, ну вроде все, погнали. Ну что, господа хорошие, все тут быстренько, всего лишь навсего гардина отлетела, люди пытались ее сами повесить и крутили шурупы в гипсокартон, вот и все, я просто перекрутил их в стады, запатчил, ну как бы замазал шпаклевочкой дырки, и все, то есть, ну, 15 минут, 100 долларов, едем дальше. А, хотя не 100, 125, он перевел мне с чаевыми, он говорит, ты такой быстрый, типа, что, ну, мол... Хотел сказать, ты такой быстрый, что моя жена будет в восторге от проделанной работы. И я все равно это сказал. Короче, неважно, 125 долларов мне перевели на Zelle. Человек доволен работой, сказал, оставит отзыв на Yelp. Едем дальше. Сема, да. Объясни мне, пожалуйста, почему, когда я приезжаю вот к вашей, с вашей компанией иметь дело, какие-то делать работы, у нас что-то вот чуть-чуть за ковырками все время, а? Это наоборот интереснее. А так было бы все просто, разве ты стал бы работать? Вот так, да? Конечно, а так постоянно что-то новенькое. Ну хорошо. Короче, дело такое, приехали устанавливать новую столешницу каменную на раковину, большую такую, 9 фит длиной, сколько это, 2 метра, да? Даже больше. Больше. Вот. И... А ее нету. Потому что она там на фирме, ее забирать надо. А она у меня в кузов не влазит, будет висеть. А это натуральный камень, как бы я рисковать доставкой не собираюсь. Следите по маршруту. Вот. Сломаю. Поэтому у нас сейчас что принято, какое решение? Клиент оплачивает U-Haul и вот эти все лишние телодвижения. Я с него возьму в районе 200 долларов. Примерно сотня уйдет на U-Haul, бензин и так далее. Сотню сверху плюс к работе, к тем 500, что мне должны заплатить. Так что вот так вот. Думал, приеду быстро, заработаю свои деньги за часик. Придется еще вам поколесить по... Ну как сказал Сёма, как ты? Поверните на правую дорогу. Зато интересно. Да. Ну все, погнали. Прекрасная погода. Вот почему бы не покататься по городу, конечно, да? Чего бы нет-то? Все, доехали, рентанули трачок. И сейчас пойдем туда. Посмотрим, отдадут ли нам эту столицу. Ну, в смысле, я думаю, отдадут. Заберем.
берем. Да, короче, погрузить надо будет и довести, не разбив. А это сложно, сложно. На такой кастрюле. Да. Так, доехали, все, у клиента сейчас надо выгружать. Нам ее грузили краном. Мы, я не знаю, мы сейчас ждем третьего человека, чтобы выгрузить ее. Да, но она тяжелая, как просто не пойми что. В общем, да, на моем траке мы бы это не увезли. Точнее, привезли бы часть по частям без проблем. Ну, на 10 аккуратно. Но тут 10-футовый, как бы она вон, еле поместилась. Поэтому сейчас выгружаем. Ну, придется брать с человека долларов 100 хотя бы за эти движения. Ну, больше он вряд ли даст. Плюс все растраты на U-Haul. А вы помните, да, я с утра за 15 минут $125 получил. 125 типы. И вот здесь вот мы сейчас 2 часа только на эти перевозки убиваем. $100. Вот так вот все бывает по-разному. Где-то заработал побольше, где-то поменьше. Так, ну что, господа, дамы, у нас следующий день. Я забыл вчера отснять оконцовочку работы, да и в принципе, как и сам процесс. Мы сделали эту всю столешницу, обрезали, положили. Я просверлил отверстия для раковин, которые сверху ставятся. Сейчас уже следующий день. Катаюсь по заказчикам, как бы по работе смотрю. Сейчас вот только что был в одном доме, где надо будет делать на следующей неделе душевую. Ну и так еще по мелочи ездим. Там дверь установить надо, там еще что-то поделать, там еще что-то починить. Но как бы даю всем людям пока цену. И, ну, заказов еще подтвержденных, наверное, только вот этот вот с ванной комнатой, который опять-таки от ребят мне приходит. От компании, с которой я сотрудничаю. Вот Семен, Иван, они как бы оттуда. Оттуда! Они. Это ихние заказы. Ах, кровь из ушей у кого-то пошла, да? Да, сегодня со мной катается Анюта. Привет. О, ну мы сейчас, в принципе, уже свое откатали. Едем домой. Еще потом в 4.30 еще один эстимейт будет. Ну тоже надо поехать посмотреть какую-то работу, уже не помню какую. И завтра утром 2 с утра на 2 тоже объекта надо съездить посмотреть, оценить людям работу. Ну вот так вот мотаешься, 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 потом бац-бац-бац, что-нибудь сделал, что-нибудь заработал. Вот такая вот бродячая жизнь рабочая. А так хочется уже прикупить контейнер, поковыряться. Через 2 дня нужно. Да, через пару дней там будут контейнера, возможно, что-нибудь возьмем. Пока едем домой. Так, ну, суть до дела пока. Уже вечереет, и у меня последняя работенка. На гаражной двери кусок косяка деревянного, так не знаю, чем-то задели. Короче, откололи, отлетел, его и нету, как бы обратно не приклеить. Я просто это сейчас с автомобильной шпаклевочкой, специальный угол, так двумя шпательками, так раз, как бы восстановлю. И все, и подкрашу. $100. Шпаклевка есть, все есть. Работает, ну, тоже там, не знаю, на 10 минут. Сейчас сделаем, и на сегодня все. Можно брать пивко и отдыхать. Ну, вот такая автомобилочка. Вот такой вот был скол на углу. Вот так вот он заделан. Сейчас ждем, пока подсохнет, и все. Чуть посэндали и красочкой покрыли. Интересно, что чувак сам работает, вот его рабочая машина на стройке. А такие вещи, как вот это, и еще спрашивают заменить светильники, спрашивают меня, почем я сделаю. Ну и вот это мне заказал сделать. Не знал, что оно так легко восстанавливается. Все, $110. 10 баксов чаевых. 15 минут. Все. Можно ехать домой. Рабочий день закончен. А, еще, кстати, он не работает на стройке. Он работает инспектором на стройке. То есть он проверяет, как кто что делает. А сам делать ничего не умеет. А? Парадокс. Прям как чиновники наши. Пешком не пройти. За нами пришел транспорт. Вот место капитана, управление. Тут телевизор. И выходим уже на заднюю сторону. Прикольно, жакузи есть. А немного ли он хочет? Цена за такой старенький дом на Владяске.